Уважаемые коллеги, я приношу извинения за отсутствие моей содокладчицы, значит, да, но она сейчас находится за пределами Москвы, вместе с китайской делегацией переводит. Значит, ну, кстати, работает, что называется, по своей основной специальности. И поэтому как бы, я представлю наш общий доклад один сегодня. А тема его, как уже было обозначено, трехреченский лакис, как мне поправляют по литовской сюжету, сожительство человека и медведя в фольклоре Северной Маньчжурии КНР. Трехречье – это вот такой небольшой регион на правом берегу Аргуни, и называется он так потому, я еще раз повторяю для тех, кому это неизвестно, что здесь есть три притока реки Аргунь, Ган, Хаул, Дербу, и сюда русские пришли после 20-х годов, бежали из восточного Забайкалья, в основном это были казаки, а также приисковые рабочие, крестьяне, и в основном они освоили эти земли. Китайцев здесь было мало традиционно, вот, но понятно, что общение вместе, так сказать, вот на китайской территории с представителями китайского этноса привело к созданию русско-китайских семей. И когда значительная часть русских отсюда бежала, уходила точнее, значит, в 50-е, 60-е годы, уезжали в Советский Союз, в Австралию, в Америку, то вот такие русско-китайские семьи остались, и сегодня здесь проживают китайские русские, которые, значит, старшее поколение которых хорошо знает русский язык. И на самом-то деле они владеют вот такой фольклорной традицией, которая в большей степени связана как раз с традицией русской восточного Забайкалья. В своих экспедициях где-то с 2007 года мне приходилось общаться с несколькими действительно чисто этническими русскими женщинами, которые здесь вышли замуж за китайцев или за метисов, полукровцев, как они себя называют. Вот, всю жизнь здесь прожили и уже, к сожалению, ушли из жизни. И, конечно же, тема медведя, она чрезвычайно интересна в этом регионе, так как продолжает вообще тему медведя всего, так сказать, вот всей как бы русской старожильческой фольклорной традиции. Вот один из примерных текстов, который был записан от Анны Михалевой про медведя, значит, да, что он, так сказать, это человек, который был проклят матерью. Вот он себя плохо вел, она его, так сказать, сказала, что ты как медведь, и будь ты проклят, ты ведешься как медведь, и он как бы ушел в лес. И на самом деле вот этот весь этот нарратив, как бы он вылился из ее рассказа о том, что она не ест ушканье мясо и не ест медвежье мясо. И медвежье мясо она не ест потому, что вот он проклят. И на самом-то деле, конечно, здесь такая очень архаичная подоплека, значит, да, что человек, вот если, извините, медведь, он произошел из человека, и, в общем-то, как бы именно женщинам нельзя есть это мясо как-то. Охотники еще себе, мужчины, позволяют это делать, а вот женщинам или же абсолютно все мясо нельзя есть, значит, да, или же отдельные части медвежьего мяса им есть нельзя, значит, да. И как раз вот происхождение медведя из человека, она, эта история, этот как бы миф, он активно, так сказать, бытует и среди русского старожильческого населения, и среди коренных народов Сибири. Надо сказать, что вообще изучением вот фольклора коренных народов, которые проживают на севере Китая, занимались очень мало. Но любопытно, что вот есть такой небольшой рассказ китайской писательницы Чи Цзисянь. Она, на самом деле, одна из самых титулованных на сегодняшний день китайских, значит, прозаиков, лауреат нескольких самых престижных китайских премий. И ее, значит, рассказы переводятся, и романы переводятся на все языки Европы, а в России она как-то известна очень мало, 2-3 рассказа опубликованы лишь на русский язык. Она родом не из самого Трехречья, но с региона, который находится рядом, на грани, значит, тоже на границе
России и Китая, только немного восточнее от Трехречья. И вот в одном из ее рассказов есть вот такая ситуация, значит, да, в которой женщина, так сказать, уходит по ягоду, там, значит, засыпает, ну, засыпает по причине того, что она объелась ягодой и опьянела. И вот, как бы, видимо, к ней подходил медведь, он, так сказать, посмотрел на нее и не тронул. Причем, вот, значит, не тронул еще и, так сказать, потому, что у нее, так сказать, вот, она была в таком, так сказать, состоянии, что у нее, так сказать, расстегнулась кофточка, ее грудь, значит, сам это, так сказать, вывалилась. Но на самом-то деле, вот, по рассказам и русских старожилов, значит, да, одним из таких, что называется, способов отогнать медведя для женщины, если она встречается с ним в лесу, это оголить грудь. И тогда медведь как бы застесняется и убежит. И вот, значит, вот это вот такое поверье, такой способ, он был известен и русским, и, видимо, и коренным народам Сибири, и вот таким образом попал в том числе и в китайскую литературу. Но самыми известными рассказами о взаимоотношении, так сказать, медведя и человека, а именно медведя и женщины, являются рассказы действительно о сожительстве медведя с женщиной. Вот от той же Анны Михалевой тогда же был записан вот рассказ о том, как женщина пошла по ягоду, медведь ее там поймал, они прожили несколько лет, у них родились девочка и парнишка. Вот. Место было безлюдным, но в какой-то момент там оказались люди, и вот женщина, взяв парнишку, так сказать, на руки, он был младше, она убежала вместе с ним, а девочка осталась, так сказать, не смогла бежать. Вот. И, значит, она переплыла там через речку с тем, кто был на другом берегу, это, видимо, были люди, которые косили сено. Вот. И, собственно, осталось с ним жить среди людей. Вот. И мальчик этот обладал, так сказать, неимоверной силой. Вот здесь рассказывают, что он ломал пальчики ребятишкам, когда он здоровался. Вот. А сама женщина, конечно же, она недолго прожила, она умерла от страха, потому что очень сильно испугалась вот, как раз вот от той жизни, которую провела вместе с медведем. Надо сказать, что вот эти истории про медведя, они очень хорошо изучены вот иркутской исследовательницей Галиной Витальевной Афанасьевой Медведевой. В 2011 году была защищена ее докторская диссертация. И вот в этом году эта работа должна быть наконец-то выйти в книги и будет доступна для всех желающих. И, конечно же, вот этот рассказ, записанный в Трехречье, он точно вписывается в русскую старожильческую фольклорную традицию Восточной Сибири и Забайкалья. Но, значит, кстати, я обращаю ваше внимание, что вот Анна Михалева, она, конечно, владела и китайским языком, и здесь вот как бы одна из фраз, значит, да, когда вот медведь кормил оказавшуюся у нее женщину тем, что позволял ей сосать свою лапу, это очень известный мотив в русской фольклорной прозе Сибири, значит, да, он давал ей сосать лапу, значит, да, вот, видимо, зимой себе прилог, и этого было достаточно, она этим насыщалась. И вот эта фраза, значит, достаточно, значит, насытилась, она произнесла в интервью, значит, сам это по-китайски. И без сомнения мы, конечно же, здесь видим очень, да, вот здесь на этой фотографии как раз те респонденты, которые мне рассказывали подобные истории о сожительстве медведя и женщины, это и Анна Михалева, и вот два брата Илья Дементьев и Иван Дементьев, они эти рассказы слышали от своей бабушки. Понятно, что это как бы, ну, так сказать, немножко другая традиция, в том смысле, что это как бы другой респондент, который владел примерно тем же самым сюжетом. Вот. Здесь мы, без сомнения, видим целый ряд общих мотивов с Локисом Проспером Риме. Вот. Конечно же, и лес как место встречи медведя и женщины, рождение мальчика-медведя, возвращение женщины с мальчиком-медведя в мир людей. Вот если в этом браке, в русских рассказах, рождаются два ребенка, один из них обязательно девочка, другой мальчик, и вот мальчика всегда женщина уводит с собой, а девочка остается медведя, которую медведь, в общем-то, уничтожает. Он видит, что его, значит, сожительница уходит с одним из ребенков, и вот в такой, ради протеста, он уничтожает
этого ребенка. Гибель медведя отца, его убивают охотники, это очень частый мотив, встречается в русских рассказах. Безумие женщины-матери, она долго не живет, она вообще возвращается в мир людей голой, значит, она не может говорить, теряет дар речи, значит, да, в общем-то, практически вот все то, что мы и читаем в новелле «Проспера и Мэримы». И, конечно, жизнь мальчика в мире людей, его отличие от обычных людей, значит, да, он, ну, во-первых, конечно, носит и черты как бы медведя, у него, так сказать, наполовину где-то проявляются медвежьи черты, что много шерсти на нем, тоже мы встречаем и в Михаиле, главном герое новеллы Мэримы, и обладает как и неимоверной силой, значит, он калечит своих сверстников, и его судьба такая тоже, в общем-то, обычно достаточно печальна, он не выживает в мире людей, и обычно как бы рассказывают о том, что его могут и увезти куда-то вот в зоопарк показывать, значит, да, то есть он где-то вот в городе пропадает. В очень редких рассказах, как бы в единичных каких-то случаях он, так сказать, ведет совершенно нормальный образ жизни. Вот, в принципе, вот на этом как бы мой бы доклад можно было бы и заканчивать, но на самом-то деле в одном из, так сказать, в одной из экспедиций удалось записать совершенно уникальный с точки зрения вот всей этой русской традиции рассказ, вот, о том, что вместо медведя мы имеем медведицу, а вместо женщину мы имеем мужчину. Этот рассказ был записан от Василия Заркольцева, метиса, 44-го года рождения. И на самом деле вот Василий Заркольцев, он как бы очень скептично относился к моей работе, вот, делал какие-то записи фольклорные. Сам он человек достаточно такой рациональный, занимает определенные позиции вот в этой обществе, в обществе китайских русских, ну, вот такой своеобразный староста. И я всегда общался с ним больше на такие вот такие общественные, политические темы. И вдруг неожиданно вот удалось записать такую от него историю, вот, в которой рассказывается о том, что вот мужчина оказался возле моря, его медвежуха забрала, значит, не пускала сначала из берлоги, потом, значит, у них родились двое ребят, вот, и затем однажды мимо проплывал большой пароход, и вот он, так сказать, услышал этот пароход, и, в общем, доплыл до него, его спасли. А медвежуха, в общем-то, его сзади догоняла, не догнала, значит, и она разорвала этих детей, в общем-то, поступила примерно так же, как поступает медведь, но по отношению к обоим детям. Любопытно, что здесь как бы мужчина не забирает с собой этих детей, а спасается именно один, а потом как-то очень по-женски осердилась на него и сама, как бы, ну, так сказать, собственно говоря, утонула в этом море, то есть сознательно, значит, да, то есть такой как бы стала такой самоутопленницей, самоубийцей. На этом бы самое интересное в этой истории, что, по словам Василия Заркольцева, он слышал ее от китайца, от этнического китайца, слышал в трехречии, вот, где-то в 50-е годы, и слышал эту историю по-китайски. И вот как раз в ту экспедицию в 2014 году со мной ездила, значит, Анна Острогская, и нашей такой задачей была фиксация вот русского фольклора на китайском языке. Это оказалось достаточно таким сложным проектом, сейчас он еще продолжается, вот. Но понятно, что в этой ситуации, когда вот какой-то текст, как бы респондент слышал именно по-китайски, очень важно было зафиксировать его именно на китайском языке, так как рассказывал, так сказать, вот предыдущий, собственно говоря, исполнитель, от которого Василий услышал этот текст. На следующий день удалось как бы уговорить Василия снова повторить этот текст, и здесь мы присутствовали вместе с Анной, и получился более пространный, это, кстати, рассказ, раза в два больше. Значит, одно было дело, китаец рассказывал, что в одном захолустье был остров, человек пошел удить рыбу, подул ветер, ветер подул к острову, и он на своей лодочке причалил к берегу, там схватил его медведица и потащил свою берлогу, берлога была здоровая. Здесь он произносит по-русски слово «берлог». Медведица, мама медведица, значит, она была на том острове, другой живности нет, они одинешеньки, запихнула в берлогу, значит, да, и не выпускала, значит, и завалила камнем, нельзя было выйти.
пошла на поиски съестного, ела всякую живность, огня разводить не умела, готовить не умела. Короче говоря, пришлось герою есть сырое мясо. Сначала он не хотел есть, потом все-таки привык. Прошло несколько лет, значит, родились оба два ребенка, были как люди, но с головы до пят в шерсти. Вот. И однажды она пошла на поиски съестного, проплывает лодка. Вот, медведица это видит, ну и, короче говоря, вот опять пароход спасает человека, а затем медведица, короче говоря, от гнева била себя в грудь, в брюхо, короче говоря, разорвала детей, а вот тот человек, который спасся, смотрел на медведицу детей, и сердце его щемило, ему бы немного не хотелось расставаться с ними. А потом, короче говоря, медведица разорвала детей напополам, а сама бросила в море и утопилась. Но вот если мы посмотрим на две эти истории на китайском и на русском языке, то мы увидим, что, конечно же, китайский текст, он более полный. В нем есть целый ряд мотивов, которые не присутствуют по-русски. По сути дела, это вот для меня, как фольклориста, очень важно, что это был не перевод как бы вот одного текста на другой язык, значит, да, а это было исполнение одного текста на одном языке, значит, да, но так как все-таки вот китайский текст был первоисточником, то он содержит более такую полную информацию, чем тот же самый текст, произнесенный по-русски. Хотя и в русском тексте есть ряд особенностей, которые мы не услышали не услышали по-китайски. Тут очень любопытен, так сказать, вот любопытная ситуация, откуда этот текст оказался в традиции именно китайского фольклорной северной Маньчжурии. Очень много точек соприкосновения, то есть с точки зрения сюжетика, полностью, значит, сопоставление с русской фольклорной традицией старожильческой. Единственная разница вот в таком гендерном плане, значит, героев. И надо сказать, что, судя по всему, если, значит, предложить гипотезу, что этот текст все-таки в китайский фольклор вошел из русской, он прожил достаточно долгое время. Особенность вообще китайского языка, и здесь, конечно, значит, мой соавтор рассказал бы лучше, но особенность это в том, что вот иногда по китайскому языку, значит, очень сложно понять, идет речь о мужчине или о женщине, только из контекста. То есть там как бы местоимение в этом отношении на слух, они, может, в иероглифике, как бы, так сказать, понятны, но на слух они не совсем ясны. И даже когда мы записывали по-китайски этот текст от Василия, приходилось как бы у него, так сказать, уточнять, а точно ли вот здесь речь идет о медведице или же все-таки о медведе. И он как бы повторял, что да, речь идет о медведе. То есть можно предположить, что как бы при контактах русскими с китайцами, а эти контакты были достаточно долгие, эти контакты были в лесных зонах, на прииске, вот, могла быть услышана кем-то из китайцев эта история по-русски, вот, но не так как бы при передаче, так сказать, понята, и, так сказать, вместо медведя получилась медведица, а вместо мужчины появилась женщина. Другое дело, что, конечно же, то, что мужчина занимается мужскими занятиями, он отправляется не в поисках ягоды, а именно на рыбалку, то, что значит, он не забирает с собой детей, вот, а женщина всегда забирает с собой хотя бы одного ребенка, указывает, что все-таки этот рассказ довольно-таки долго существовал в китайской фольклорной традиции. И, значит, если учесть, что такие плотные контакты русских и китайцев, они начались в конце 19-го, начале 20 века, когда китайские мужчины стали приходить из Забайкалья, стали работать на приисках, именно тогда появились первые русско-китайские семьи, часть которых потом перешла в Трехречье. То есть есть достаточно долгий период для длительного бытования этого рассказа, чтобы с ним произошла такая метаморфоза. Надо сказать, что вот в работе Ганилины Витальевны из Иркутска вот такого сюжета, когда у нас присутствует не медведь и женщина, а медведица и мужчина, ей не зафиксировано. Я с ней общался на этот счет, начала говорить, что ей неизвестно такого, таких историй. И в ее работе упоминается только, значит, поверье из
фольклора нифов, которые зафиксированы Кореновичем в 20-30-е годы, что у нифов есть такое поверье, что охотник может попасть к медведице. Когда он возвращается обратно домой, он долго не живет, потому что как бы дух медведицы, как хозяйки леса, забирает его душу к себе, и он умирает, и его душа возвращается обратно в лес. Как бы других примеров на сибирском материале не обнаружено. И тем более удивительно, что в литовской, да, вот это, кстати, значит, Василий и Анна, вот тут я попал в кадр в зеркале, это как раз вот та ситуация рассказывания вот этой истории уже по-китайски. И удивительно то, что в литовской традиции есть сказка, в которой у нас есть такое же гендерное изменение. Причем, как бы, если мы видим поначалу, это такой вот перевод, который я благодарен, мне этого сюжета предоставила Мария Завьялова. Значит, медведица по ночам воровала пшеницу священника, потом напала на него и унесла в свою берлогу. У них родился сын с одним ухом, медвежьим, другим человеческим. Сын вырос очень сильно. Когда вырос, убил медведицу, они вместе с отцом ушли. Но конец, конечно, немножко как бы отличающийся. И дальше это традиционный такой вот сюжет о том, что вот этот богатырь, он побеждает всех разных, так сказать, таких хтонических противников и воцаряется на царстве, вот, беря в жены, так сказать, девушку. Вот. А начало, конечно же, очень сильно напоминает нам те мифологические рассказы, которые были известны вот на огромном пространстве Евразии. Но на данный момент, так сказать, вот продолжается исследование этого сюжета. Я бы хотел, конечно же, обратить ваше внимание на то, насколько тесно переплетены между собой народные традиции на всем пространстве Евразии, и как замечательно, что они входят и в литературные материал, в литературное пространство, сохраняя свои архаичные черты. Спасибо. В литовской традиции сожительство с медведем только начало, это завязка сюжета. Обычно там дальше сюжет развивается уже с этим сыном медведя, которого называют медвежье ухо, очень распространенный сюжет. А вот в этом материале есть что-то подобное, то есть какие-то дальнейшие... В русском, конечно же, есть вот про похожие, да, значит, вот такой вот силач, значит, да, медвежий тоже обладает, сын медведя обладает как бы силой, значит, определенной. Но вот я все-таки концентрировал свое внимание не на сказочном материале, да, а на материале мифологического фольклора, который воспринимается, значит, вот и носителями традициями, и респондентами, ну, как некая такая вот правда, истина, отражающая вот реальную какую-то историю и влияющую сегодня вот даже на жизнь людей. То есть в сказочном, так сказать, да, именно былички. Но хотя вот, как бы, как пишет вот Афанасий Медведев, значит, вот эти истории о сожительстве медведя и человека, и женщин, значит, о происхождении медведя из человека, они, конечно же, ну, обладают вот этим статусом, так сказать, мифологических рассказов, но это все-таки такие вот остатки очень архаичной традиции, так сказать, какой-то такой мифологии, которая вот дошла до нас. Это вот как, в некоторых случаях можно даже называть это и мифом, тем более, что подобного рода сюжеты и подобного рода рассказы у коренных народов Сибири, они также существуют и имеют именно статус мифологических текстов. А так как мы привыкли говорить о мифологии. Причины сохранности вот подобного рода сюжетики и активности у русских старожилов в Сибири, конечно, находится в том, что, так сказать, русские активно контактировали с коренными народами, значит, переняли от них или же воспроизвели заново, так сказать, культ медведя во многих его формах, и в том числе и в ритуальных. И, так сказать, сохранили до наших дней, вот в далеких каких-то таких анклавах, или до недавнего времени сохраняли веру в то, что действительно медведь произошел от человека, и человек тоже может произойти от медведя. А какая-нибудь божественная
Ну, божественное, нет, есть как бы, но на самом-то деле вот в работе Александра Гуры целый ряд как бы намечено таких вот преданий, которые существовали когда-то у славян, у болгар, у украинцев, о божественной, так сказать, природе медведя, значит, да. А в данном случае, ну, лично, так сказать, я на Енисее записывал историю о том, что Бог как бы скинул, так сказать, вот человека, так сказать, с неба, и он стал медведем, оказавшись на земле. Это одна история, значит, да, а другая история о том, что вот, так сказать, просто человек как-то испугал мимо проходящего Бога, значит, да, и Бог его в наказание, так сказать, тоже превратил в медведя. Это история, которая известна у коренных народов, так сказать, и у русских сибиряков. То есть здесь как бы божественное вмешательство мы, так сказать, имеем налицо.